Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Юлия Цезаря в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности. Но подробности все в первой серии. Ссылка на плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кстати, спонсоры канала все серии там видят сразу. Большое вам спасибо за поддержку. Что ж, продолжаем. У нас мы вышли в Золотой век опять. Вместе с нами, кстати, Египет внезапно вышел. И Гильгамеш еще понятно, а вот Египет каким образом, прям даже не знаю. Так, что у нас есть? Ну, здесь живут драконы, нафиг надо. Можем опять реформу денежного обращения остаться. Пульс паровой машины. Кампус дает... Ну, во-первых, плюс здесь представители чудес промышленной эры и более поздних эпох. Не то, что я сейчас чудеса планирую строить. Кампус дает еще и производство. Не сказать бы, что у нас кампуса прямо, скажем... Ну, можно, конечно, карточку будет поставить. То есть, предположим, это плюс 6 производства, плюс 2, еще плюс 6. Да у меня даже, по-моему, кампуса больше, чем на плюс 3 и нету, честно говоря. Так что либо к оружию, так как мы сейчас собираемся объявлять войну Египту... Тем более, это война Золотого века. Либо реформы денежного обращения. Но вообще, денег у нас и так нормально идет. Давайте к оружию. Блин, с другой стороны, мы будем за деньги покупать. И вообще, у меня есть нормальный повод для войны. То есть, это 75 будет претензий, это 25. Не то, что это как-то важно. А деньги важно, тем более у нас прошло в Конгрессе, типа, что дешевле именно за деньги. Так что давайте реформу денежного обращения оставим. Так, нанимаем инженера, надо будет подумать, какое чудо построить. Так, там она тут непонятно... Чё захватывать-то? Точнее, даже чем захватывать? Ну, Апу я бы уничтожил. Нихен, Ракедет, Шедет надо будет захватить. Саис. Ладно, в любом случае объявляю войну пока. Давайте, не знаю, подговорим еще, может, Кира с другой стороны напасть. Нету у нас. Он, наверное, еще недавно только мир заключил, мне кажется, с Египтом, поэтому невозможно его позвать. Так, у нас самолеты отсюда, наверное, пока не дотягиваются. Блин, по-хорошему, мне надо эти города захватывать и уничтожать, вот отсюда, собственно, и начинать. Но я просто их не вижу. Надо какую-нибудь кавалерию купить, наверное. Или кирасиров. Кирасиров. Так, нефть надо обрабатывать. А что у нас? Я один источник. У нас всех источников по одному. С одной стороны, приятно, что они есть, а с другой стороны, мало. Плюс здесь строителя. Нет, алюминий нам не надо покупать. Ну, я кого-нибудь сюда отведу. Броненосец, во-первых, апнуть надо.
За флотоводство. Во-вторых, вот этот пролив, мне кажется, важен стратегически. Будем его... Ну, просто там поставим, чтобы можно было в любую сторону быстренько добраться. Так, хищение средств, нейтрализовать губернатора. Видимо, нейтрализовать губернатора сделаем. Тут интересно, какие нам чудеса хочется построить. Христос Искупитель. Не особо. Тадж-Махал тоже не особо. Медресес Анкары не особо. Мавзолей в Геликарнасе. Может в Брунди... А, я уже не могу в Брундизии. Мавзолей в Геликарнасе. Смотрите, давайте вот в Сети можно какую-нибудь... Нет, Панамский канал. Нет, Монсен-Мишель. Ну вот, что из этого более-менее там большой театр... У нас так-то даже и места по-хорошему нету. Большой театр и Бродвей надо рядом с театралкой. Бродвей, интересно. Какой у нас город больше всего сейчас культуры выдает? Рим. Ну, в Риме вообще никак, тут все вокруг театралки построено. А на втором месте... Кумы. Ну, у кумов тоже... Кумы, вот театралка. Блин, как-то на культуру уже не хочется. Мы все равно в туристическую не идем. Только рядом с рекой Тадж-Махал. Где у нас рядом с рекой какие-нибудь свободные места, которые не жалко? Да нету таких. Может, здесь где-нибудь? Кстати. Тут и Росакхас можно построить, и Тадж-Махал. Ну, в общем, перебрасываем пока чувачка сюда. Тут можно вот построить два чуда, да, а здесь потом театралку, например. Ну, я бы здесь держал, потому что мы будем эти города атаковать. Наверное, королевское общество возьмем. Не возьмем, если построим королевское общество. Тут есть лаба, кампус, фабрика, советские гранты. Лаба, фокус на науку поставлен. Это я в конце прошлого хода. Давайте еще аэропорт. Ну, то, чтобы уже добить до конца аэродром. Двигатели ВС открываем. Это я тут в уран иду, да? Угу. Культурное наследие. I have always considered that the substitution of the internal combustion... Вообще, может быть... А, ну нефть... Так. Подбираемся. Обстреливаем. А до Саиса оно долетит? 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. До Саиса долетает. Надо было его обстреливать. Тут стены. А этот хмун просто забирается.
отойду, чтобы не получать урон. Следовательские гранты Вости. Следовательские гранты Ванцы. Ладно, этого отправим нефть обрабатывать. Тут еще купим строителя. Кого сначала? Наверное, Тадж-Махал, чтобы больше очков получать. Так, и как это, как он работает? Он дает так производство максимум половины вашей текущей золотой казны. То есть мы можем 630 производства получить. А для Тадж-Махала требуется 616. То есть можем просто его сразу построить. А почему и нет? Did you ever build a castle? Ну что, может Арсакхас тогда? Смотрите, у нас тут электричество есть, да? И от фабрик есть. Ну, давайте Арсакхас что делать. Кстати, здесь как раз морская плотина появилась. Надо ее сначала построить. Видите, появилась клетка, которая может быть затоплена. Тебе надо проверить. Вот эти вот клетки может выкупить, чтобы их тоже не затопило. А тут вся... А тут все побережье у нас... Да, все побережье... Ну, не затопит. Сколько времени до сдачи? 14 ходов. Так, как с ураном? Походу, урана у нас нету. Не у нас, не у нас. И даже далеко, далеко это 3, 4. У Нихена 5. И у Сей... Так, не зря мы Египет забираем. Все очень не зря. Так, художника берем. Ученого. Ну да, это хороший ученый. Правда, надо... Или от... Не, ну тут 22 хода надо взять. Следующий какой был... Зартер тоже прикольный, но та, по-моему, больше дает. Единственное, что ее надо использовать в чужих городах, ну, отправим Китай на стажировки, так сказать. Сначала продадим. Не продаю галам, шумерам и вавилону как соперникам. Там, кстати, шумер еще космопорт не построил. Давайте еще поищем на всякий случай, вдруг они строятся. Уже на карте, если строятся, то будут показывать. Два строятся. Это я только то, что вижу. Блин, шумер уже строит космопорт. А я их еще даже не открыл, да? Ну, надо открыть. С
сначала пластмассы, потом ракетостроение, потом уже расщепление ядра пойдем. Так, у нас 4 посла. В научные добиваем до 6, чтобы лабы давали больше науки. Не, ну по науке мы вообще тут огонек. Надо бы юниты, наверное, покупать. Так, а кирасиров я не могу купить. Я не могу танки кирасиров, потому что уже танки открыты, а танки не могу, потому что у меня нефти нет. Угу. Ладно, кавалерию. Так, у нас нету художественного музея. Могу просто сюда, но жалко. Дождемся, не знаю, может какое-нибудь чудо. Здесь стоит художник или еще где-нибудь построим. Но не нужны мне эти города. Чего вот выбираются самолеты, которые уже походили? Зачем это сделано? Так, САИС мы оставим. Еще у нас уголь есть. Так сильно отваливается. Минус 6. Не, нормально. Терпимо. Нам бы следующим Ракидед взять, потому что он больше всего влияет, как столица. Сначала источники надо найти. Кстати, там у нас вроде шпион был. А, нет, мы его уже выкупили. Ладно, сорян. Чуть у нас, блин, на этом ходу прям все шпионы прибыли. Да, в принципе, уже исследовать-то нечего. Может, домой отправить? Или вот сюда подплывем? Просто я думаю, что скоро уже спутники запустим. Чё тут мы не видели? Так, а вот это, кстати, затапливает. Ага, эту не затапливает. Можно не выкупать, типа, побыстрее. Окей. Продолжаем Орсакхас строить. САИС взят. Так, точно покупаем монумент, чтобы помедленнее отваливался. Минус 5.
что только кампус и военный лагерь, да, и бани еще есть. А сюда электричество добивает? Нет. Но я думаю, что в Ракиде... Да и в Ракидете я что-то не вижу промышленной зоны. Что у нас, Египет без промышленных зон, что ли? Ну, я бы в Ракидете, конечно, строил. Так что в Саисе... Это просто амбар пока. Надо будет самолеты перебросить частично. Вообще 91 сила тяжеловато Ракидет будет бомбить. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, добивает. Nothing on this earth lasts forever, except maybe plastic. Рыбацкая лодка плюс к еде. Ну, у нас ходов 9, как минимум, так что нормально. Какая армия будет? Ну, тут патрулируем побережье. Так, тут у нас фермы. Тут диверсии на производстве. И давайте вот ракетостроение. Надеюсь, получится. А, подождите, мы его так открываем. А, давайте лучше... Ну, блин, я бы, наверное, открыл и строил уже космопорты. То у меня тут... Даже отложу здесь производство. А где нам у нас еще? Нет, все эти не надо откладывать. Блин, угольную опять. Я все время забываю угольную купить. Да что такое? У нас там электричества нету. Так, Shift-Enter. Лошади нам не нужны. Выполнила обещание Вавилону не шпионить за ним. Я молодец. When you launch a rocket, you're not really flying that rocket. You're just sort of hanging on. Так, дальше пошли в спутники. Здесь космопорт. Ну, чтобы соседство было. Здесь покупаем угольную. Ну, наверное... Нет, 19 ходов космопорт. Многовато. Может, здесь мавзолей уже построить? Что-то его никто не строит. Жалко, чудо пропадает. Так, ну, в Риме космопорт прям 100%. Так, вопрос только... Наверное, сюда все-таки. В Медиолане 15 ходов. Давайте сюда. Тоже соседство для...
районов. Ну, в Остии тоже 100% космопорт. Она, по-моему, примерно по производству у нас такая же, как Рим, должна быть. В Анции даже больше производства. Так. Блин, может тут Апу сначала захватить, уничтожить и вот сюда разместить? Сурово, конечно. Просто чтобы Египет не занял эти клетки. Вообще, за уничтожением меня скоро должны они все начать осуждать меня. Потому что три уничтоженных города — это, мягко говоря, не по-человечески. Хочу дамбу тут повредить, для этого надо источники найти. Так, ну что, может, Занзибар добить? Во всех научных 6 есть, да? Производству города. Ага, значит, в Путиолах еще надо будет. Ну, наверное, все-таки в Равенне. Так, Саис пока не отваливается. Блин, какие красивые Путиолы, да? Когда я сюда ставил город, казалось, что просто говнище. А вот с линиями Наски и Петрой... Огонек. Композиты похитил. Ну, давайте, наверное... Вот тут линия... А, подождите, у меня с Наска же не в союзе, да, я? Да, надо еще одного посла. Может, что-то открыть можно? Блин, нечего. А, так я просто мрамор обработаю. За каждую клетку с джунглями или рядом. Наверное, пропустим. У меня джунглей вообще не было даже. Не то, что нету, их не было. Так-то лес был, который я повырубал. Вот у меня просто нету джунглей. Я, конечно, могу не только у себя, я могу, например, вот сюда отправить. Но, честно говоря, так себе. Ну, сука, тут будет 4. Давайте пропустим, там 5 ходов. Следующее... Или даже быстрее, сейчас должен даже забрать. Да, уже забрали. Озарение для всех технологий, информационная эра. О! Огонь. Правда, мне тут осталось 1, 2, 3, 4, 5 озарения, так что...
Так, а куда бы... В Анцы, наверное. Черепашку надо обработать. Тринадцать ходов космопорт. Ладно, поставлю сюда вместо линии Наски. Приятный бонус, но уже... Тут он всего один. Так, даже продуктовый рынок я даже, пожалуй, куплю. Город рос быстрее. Так, в Брундизии давайте рабочего. Путеолог еще последний космопорт. Где у нас тут поменьше пустыня дает... Ну вот сюда давайте. Хотя здесь тоже линия Наска, кстати, было бы прикольно. Именно в этом месте, чтобы она на оазис действовала. Вот сюда давайте. Тут тоже, конечно, можно линию Наски на оазис, но тут можно будет здесь сделать где-нибудь тут еще. Смотрите, у меня даже, несмотря на то, что у меня всего один ресурс угля, у меня электричества хватает выше крыши. Хотя, по-моему, уже все построил, что требует электричества. Это благодаря Кардиффу. Просто потому, что у меня Кардифф дает кучу электричества всем прибрежным городам. Ну, за здание в портах. Просто супер город. Для морской цивилизации. Это имбень просто. Так, сколько тут в Саисе? Так, 4 хода. Значит, нету времени нам апгрейдить... Не апгрейдить, а... Уровни самолетом давать. Надо обстреливать Ракидет. Когда вот... Если мы его заберем, то Саис перестанет отваливаться. Это точно. Ой, тут не видать ни хен. Блин. Блин, странно, я думал, я видел его. Ладно, тогда этому дадим. Нам надо... Вообще, нам надо где-то тут... Аэропорт бы построить. Но у нас еще не открыто, я так понимаю. Не, подожди, должно быть открыто. Где улучшение? Во! Взлетная полоса. Почему я не могу взлетную полосу тут построить? А, военный инженер только строит. Блин, забыл. Да, военный инженер строит. То есть надо казармы... Оружейную военного инженера здесь купить вот так. О, я уже на Финике. Ну, Финике это маленькое, но... Не, ну тут туризмом никак. Правильно, в Осте.
У нас там сидит Магнус. А давайте солнечную реально. Пустыня. Дополнительно. Во всех самых производственных у нас строится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, я думаю, хватит. В Медиалане вон 13 ходов. Даже, ну, 14, потому что уже прошли ходы. Так что в остальных не надо. Так. Сейчас нам дадут 770 науки и... Блин. Ну ладно, давайте системы наведения пойдем. Я ж надеялся ускорить это вот этим ученым, но мы его хрен когда еще... Ну, 13 ходов, типа, но мы прекратили сейчас... читать проектики. Это фигня. Это фигня. Адмирал хороший с линкором. Ой, тут нашего капера зажимают. Какие-то галеры. Ну, пожалуй, ничего из этого нам не интересно. Так, космопорт. Взлет. Ну, вот я следующим ходом построю. Пока сюда идем. И ничего не меняем. Хамурапи. А, Амбиорикс объявил Гильгамешу. А Хамурапи с Гильгамешем в союзе. Блин, Амбиорикс там... Ну, слушайте... Вот за последние... ну, не знаю, я давно не видел, чтобы компьютер выносил другого компьютера. А тут конкретно галлы вынесли Финикию просто. Это прикол. Ютику явно возьмут, и тут два города, которые забираются. Вау. Так, три хода еще. Наверное, не берем, да? Да, ну следующим ходом возьмем. Союзы у нас не закончились.
Я вообще не уходил, мне следующий Нихен, наверное, надо атаковать, либо уже перебрасывать в аэропорт, который я тут построю. Так что сидим. Блин, не убил галеру, капер, вау. Так, тут у нас получилось промышленную зону разрушить. Так, а он со скифами, что ли, воюет? Да, еще и со скифами война. Где она? То есть скифы воюют с Александром, с Вавилоном и с Гильгами и с Шумерами. А Александр с кем воюет? Со скифами и Китаем. Ну, но у них на континенте, конечно, тоже фарш происходит просто. Просто фаршеризация. Мон-Сен-Мишель. Куриная охрана природы. Так, ну я сейчас должен... Таругу засоюзил Египет. Надо вообще как-то Кира все-таки подбить, может уже можно? Побыстрее Египет свалился. Ну такой у нас тут Геликарнас. Слабенький. Может быть в Брундизи лучше всего было бы, но в Брундизи нету места. А в остальных городах просто всегда было что другое построить. Так, кстати, ну Гильгамеш еще не построил космопорт. И в ракетостроение больше ник... Амбиорикс в ракете. Так, давайте-ка смотреть, кроме меня. Ну я, правда, не всю карту вижу, особенно Гильгамеша. Нам надо Амбиорикса и Гильгамеша посмотреть на космопорты. Так, вижу, один строится, но я не всю карту вижу здесь, да? И у Гильгамеша два вижу пока. Автомат поставлю уже. Я, наверное, сделаю линкор и расформирую. Какая у нас уголь еще накапливает? Ну, мне не нужен линкор. Просто не нужен. А зато это добавит плюс к углю. А что там у нас ускоряет? А, на другом континенте. А у меня тут даже близко нету другого континента. Да, это я никак не могу ускорить. Блин, Азия-Америка очень большой континент получился. У нас Индия на другом континенте и Финикия была. А я, Египет, Персия, Галлы, мы на Азия-Америке. Саис не отваливается. И даже ракет... Ну, потому что это столица. Столица очень много вокруг себя лояльности распространяет. Поэтому вот так. Блин, я железную дорогу даже не построил ни одну. Днейский оперный. Нет, тут я не хочу. Давайте строителя. О, торговец появился. Ну, это мы города захватили. Х-
хочу дамбу. Мое любимое... Какое ваше любимое это, действие шпионом в шестой цифре? Мое подрыв дамбы. Как бы то... Ну, сейчас отсылка, конечно, к Каховской ГЭС. Может быть. Ну, примерно она показала, какой урон наносится. Просто тут, если районы вокруг стоят, тут вообще все, типа, идет. Даже знаешь, что в сетевых играх некоторые не ставят специально дамбы. То есть оно дает хорошее соседство промышленному району. Вот, например, где у нас тут. Вот дамба, да? Дает двум промышленным районам соседство. И рядом еще центр коммерции и акведук. Но если ее взрывают, да, то все, хана вот этому всему. И это ремонтируется. Прикиньте, сколько ходов надо. То есть иногда можно, ну, лучше без дамбы остаться. На всю игру там, конечно, приятный бонус плюс 2 производства, но... Так, значит, просто пускай строится военная академия. Зоопарк, чтобы счастье добавило, это, ну, хорошо на лояльность влияет. Видите, плюс 3-4 стало. Ну, было до этого плюс, но стало еще больше и плюс. Так, похоже, нам можно без этого ученого будет обойтись, потому что он еще очень долго, а мы тут практически все технологии информационной эры открываем. Так, я забыл, что у нас уран у... Вот поэтому нам не хен надо захватывать. У нас уран у Египта. Блин, да нафига. Египет просто клепает квадриремы. Чтобы против моих современных самолетов драться. Понимаю. Так, с Феодорой надо дружбу заключить. Ой, там мои самолеты как-то не накрыло. Ё-моё, уничтожила аэродром? Так, а самолеты... Ну, типа, все на месте вроде... Ну это прикол, согласитесь. Не, минус один... А, нет, я два перебрасывал. Нормально. Так, ну давайте уже апнем. У нее взято устремление Золотого века, что нельзя караваны грабить, видимо. Так. Тоже дамбу. Так, с Феодорой объявляем дружбу, с Хамурапи. Блин, может с Хамурапи... А, я уже... Блин, я ему
предложил уже. Я подумал, что может в Хаммурапи надо будет ядерки бросать. Дефициты. А, ну да, здесь просто не дотягивается еще. В Ракидете я хочу промышленную зону где-нибудь сделать. Для этого вырасти надо. Блин, а столько 15 жителей, а сколько у них тут районов? Священное место, кампус, военный лагерь, центр коммерции, развлекательный. Чтобы построить промышленную зону, требуется 22 населения, ё-моё. Вообще у Египта ни одной промышленной зоны. Каждый ход, смотрите, каждый ход квадрирема. Блин, 500 науки у Гала. Ну слушайте, Гал там... Что-то Ютику, правда, не берет. Он сейчас не замирился с Дидоной. Замирился, кстати. Надо хочу посмотреть. Ну, космопорт все еще никто не построил. Отлично. А почему все, всех... Ну ладно, двоих поймали из трех. Да что такое, блин? Вы мне дадите этим аэропортом попользоваться-то? Ну, согласитесь, прикол от игры. Я построил аэродром, и в том месте второй ход подряд, причем просто ломает снежная буря, даже не перемещается. Такое ощущение, что, знаете, они искусственный интеллект не очень любят писать, Фераксис, но вот написать про счет, где у тебя, где у игрока нужная ему клетка, чтобы именно ее грабить, это вот завсегда. Знаете, такие падлы сидят просто среди разработчиков. Такие, может, искусственный интеллект круто сделал? Не, давайте такие вот всякие падлы игроку, чтобы его прям, у него... Попка поджигалась, и он улетал в стратосферу вместо того, чтобы спутник запускать. Вместо того, чтобы строить космопорт, чтобы он сам улетал на двигателе внутреннего сгорания куда-нибудь. А потом они же еще приходят в XCOM и такие, давайте шанс попадания 95% делать и не попадать. В упор вот так, стоя. Даже Baldur's Gate с его вот этим кубиком и прочим, он выглядит честнее и как-то логичнее то, что там. Потому что там куча всяких бонусов же еще идет. А тут... Ладно. Подгорело. Бамбалейло. Бамбалейло. Так, слушай, а мы в танк можем уже, да, пнуться? Давайте, нам где-то там три танка, по-моему, вот, собственно, вот тут надо... И нам, собственно, надо купить три... Ну, еще два танка купить. Где танк? Иди к мосту, там тебя встретит девочка. Девочку не трогай. Она сходит за мальчиком. Мальчик вынесет танк. Думаю, где мне их тут лучше покупать? Нам же еще надо армию собрать. Я забыл, что у нас ускоряет. Армия у нас что-нибудь ускоряет? Похоже, нет. Кстати, глобализация. А, глобализацию. Ну, космопорт мы построим. Космопорт мы точно... Не, давайте пускай быстрое развертывание. Как у нас за строительство космопорта? Два хода.
еще и все порушило мне здесь кайф. Обожаю. Так, слушайте, а заповедник у нее построенный вообще? Где? Где заповедник? А вот уран надо обрабатывать. Блин, не пойму, где заповедник в этом городе? Ой, какой я слепой, что-то вообще в глаза долблюсь. А, вот. Ну... притягивающий. Ну, пускай строится, не хочу покупать, просто пускай строится. И куплю здесь строителя. Блин, тут еще и... археологический этот. В Ракидете, да. Значит, можно археолога еще. А, не могу, потому что тут рабочий занимает место. Кир объявил войну Амбиорикс. Слушай, там Амбиорикс... ну, он второй, кстати, я удивлен, он не сильно-то и отстает. Но его просто все не дают, у меня хотя бы дружба есть со всеми этими ребятами. Почему он в войне тоже с развитыми цивилизациями? Ну, кроме Кира, остальные развитые. 62, 57, ну вообще уже на 5 тех. Я впереди. Подождите, а почему я не ускорилась? Я не купил... То есть я сидел... Типа надо купить 3 танка и 2 только. Да, одного апнул, а другого купил. Так, ну тут мы вложимся. Я бы не хотел с кем-то воевать еще, кроме... Клеопана. Мне кажется, сейчас тоже кто-то зайдет... из тех, с кем у нас плохие отношения. Сейчас увидим. Ну. Принято. Хрена. Ну, Дидона, понятно, беру экспо... Феодора? Томи... блин, тут все... Значит, против проголосовали только Кир, что странно, и Александр, что странно. Подождите, а как Цин Шихуанди мог за проголосовать? Наш же союз с ним. Блин. Вау. Вот это... вот это начался фарш. Не буду ничего менять. А что им надо, Ракидет? Что? Рим захватить? 40-50 ходов? Just wow. Так, но мне нужен тогда, во-первых, союз с Александром. Военный. Мне еще и угля теперь не хватает. Фуф. А, нет, почему? Вот же у меня 3. А почему я не ускорилась? Вот же у меня получается 1.
2 танк и 3. Почему я не ускорился тогда композиты? Вопрос. Что-то странно. Да, сейчас мне все караваны надо заново будет запустить. Вау. А, слушайте, так и может тогда с персом еще? Я думаю, что пока караваны добегут. Да, но перс, наверное, сейчас не согласится на дружбу там, на посольство. Ну, вообще, к нему нормально там деньги нарисованы. У меня, правда, производство это не будет давать. Может, реактивные бомбардировщики открыть? Апнуть самолет. Ну, блин, три хода долговато будет. С другой стороны, нафига мне запуск колонии на Марсе? Это же какой? Третий проект. Он мне нафиг не нужен. Пока. $28 вход. Ну, либо в ГГшку еще, смотрите, в Гонконг. Давайте лучше в Гонконг. Тут на них действует еще и карточка моя. Нормально. И шанс того, что разграбят, намного ниже. А, ну я, правда, не смогу все в Гонконг отправить. У меня из некоторых городов несколько караванов бегает. Ну и надо, чтобы Гонконг меня не перекупили. Караваны, конечно, мощно Риму дают денег. Очень приятно, Так, может, по разным городам тогда раскинем, чтобы все в Гонконг бегало. С кем у нас еще союз? Кардифф. И все, да? Кардифф у нас где? В Кардифф могут бегать... Если бы он построил гавань, тогда было бы через него. А так через Китай, с которым у нас война. Так, а где у нас тут капер наш? Ну и никакие больше засоюзить я не могу, да? Блин, мне кажется, выгоднее разбросать по разным городам, из которых не бегают еще караваны, и в Гонконг отправлять их. Так, откуда бегают? Надо посмотреть. Брундизии. Так, из Сетии не бегают. В Медиалан я отправил. Из Равенны бегает. Так, из Сетии. Из Ости бегает. Анций нету. Дальше. Путиолы есть. Кумы нету. Орец есть, Дуракоторум есть. Ну, видимо, Саис и Ракидет остались. Странно, почему нарисовано, как будто эта клетка не обработана? Или что это значит, фиолетовая? Так, тут хана моему скауту, по идее, должна быть, во всяком случае. Ну, просто так, стреляю.
Может, все юниты 25% опыта получают? Нафига нам 16 науки? Видите, как у меня просела наука? Потому что перестали мне счастье давать. И сразу... Так. Нам, походу, надо на счастье ставить. Видите, плюс один стало. Видите, плюс один. Ну, плюс три есть кое-где. Так, а нету ли... Я бы сейчас все-таки алюминия и угля прикуп... О, есть уголь. Я люблю одномоментно платить. Вместо того, чтобы вход... Во-первых, это меньше, так вот, если в общем смотреть, да? Александру я все равно не собираюсь войну объявлять. И он меня не объявит, потому что мы с ним в союзе. Так, алюминия у него нету, случайно нету? А, он истек. Слушайте, у меня союз истек, сцинь. Прямо во время голосования. Вау. Черт. Несподяванка зрабилась. Это по-древнеримскому я. Блин, вот это, конечно, очень получилось с союзом. Так, ну надо ставить карточку, во-первых, республиканское наследие. А, во-вторых, видимо, либерализм. Новый курс точно надо оставлять. Ну вот так. Прощай, скаут. Ты практически всю карту нам открыл. Мы тебя мало ценили. Недолюбили, не сберегли. Одну клетку. Смотрите, извержение рядом с ураном. Я просто удивлен, что я не успел еще его обработать. Что происходит? У меня здесь, кстати... Ну, здесь я довольно вовремя успел плотины, эти дамбы построить. И тут извержение. Тут у меня на самом деле немного мест было, где могли стихийные бедствия быть. Тоже оставим. Так, космическую гонку ускорили. Два хода. О, отлично. Один ход технология скрытности. И... Да блин, почему shift не срабатывает? А, тут два дрона еще надо. Вот, успешно повредил, видите, дамбу. И минус центр коммерции, минус военный лагерь. Ну, чудо просто не ломается вот при этом... То есть все, что находится... То есть, опять же, не все, что вокруг дамбы, а все, что находится на... Как его? На поймах. То есть вот если бы эти районы не на... рядом с дамбой, но не на поймах, оно бы не сломалось.
Давайте куда-нибудь к нашему бывшему дружочку китайскому. Он пошел на поводу у каких-то галофашистов. А кто вообще предложил, интересно, этот... Ну, Египет, наверное, да? Клеопатра. Нож в спину. Ясненько, понятненько. Не хочу я болота эти осушать. Вот это фиолетово. А, знаете что, мы еще же эту железную дорогу не проложили. Во, я вспомнил. Давайте вот здесь где-нибудь. Так, и почему она недоступна в строительстве? Потому что она строится нерабочими, да. Точно. Где у нас этот инженер? Технолог. Блин, там у меня какие-то караваны через Нихен будут идти. Нет, вертолет не хочу. Ну, разграбим. Скорее всего, фивы убьют капер. Просто, чтобы он уже там... Так. Давайте партизан попробую завербовать. Хотя шанс низковат. Ну и здесь, пожалуй, подводных лодок построю. Чтобы кошмарить побережье. Так, ну тут минус 5. Остальные не отваливаются. Видите, опять же, Нихен, как столица, влияет. Заберем его. Вообще, это Кира. Я уже, по-моему, четвертый раз говорю. Недруги дрожат, слыша ваше имя. Какой жевжик? Алексейчик. Они просят у небес защиты от вашей ярости, но небеса глухи к их мольбам. Вот чувак понимает, что базу выдал просто. А? А, мольбам? Я не русский, я русский язык не очень. Любую безграмотность можно оправдывать. 25 граждан. Первый за всю мировую историю. Фига себе, как я Рим отъел. Так, а что это тут за танки плывут брасом? Нет. Только не танки. Так, ну мне надо самолетики апнуть. И алюминий мне никто не продаст, да? Думаю, может мне еще один купить. Ну, вообще, у Кира есть. Но он, похоже, не готов. Не готов. Подожди, Кир. Мне вот это вот все очень нужно. Давай, не знаю, давайте 50 дипломатических и... Во. Так, ну Кир меня прям выручает.
Ладно, 810 готов? Нет, не готов. Надоело тут кликать. Так, это означает, что мы... Что мы покупаем... Тут самолетик. Тут вареции. Где они? То есть у нас будет минус 2, да? Так это на 21. Давайте даже еще тогда один. У нас тут плывут танки, мне это не нравится. К нам плывут танки. Подожди, может тут поломанные клетки, поэтому они фиолетовым? Да нет, вроде все. Я не понимаю, почему вот эти клетки фиолетовым отмечаются. Вот я вижу отмечены фиолетовым поломанные. А эти что? Акаций. Папа Акация, подлая гадина. Как можно было так сына назвать? О, сорвать ракетостроение. Он достроил таки космопорт. Гильгамеш построил. Амбиорикс нет. Пока только мы втроем вышли в ракетостроение. Не, ну уран я никому не буду продавать. Так, я думал здесь... Нет, вот здесь давайте. Еще линию Наска. Кого убило? Капер, да, наверное? Военного... А как ты сюда попал? Вот отсюда. Не понял. Блин, два дрона надо купить. Два дрона. Туризм, разработки космической гонки, академии или порт. Ну, я вот, наверное, это бы поставил. Так, где тут танчик? Он уже высадился. Одинокий, правда. Приплыл, но тем не менее. Танки у сети. Так, этот уничтожили. Я думаю, византийский драмон тоже надо притушить. У нас минус 3 алюминия. Так, шедет, но минус 0,5. Пока отступлю. А, блин. Теперь не видно шедет. Ой, я его убил. А,
А, блин, забыл, что Наску я не засоюзил. Нет, тогда показывать ничего не буду. Хотя... Ладно, не помешает. Нормальное улучшение. Подрыв дамбы давайте. А здесь мгновенно обосновывается. Амори Блейн инхерит. Нечего делать уже моему каперу. Плывем отсюда. Да, даже не атаковал его. Два аэропорта. Блин, нам надо глобализацию ускорить для робототехники. Так, ну вости... Честно говоря, мне эти клетки жалко. В кум... Вот в кумах надо где-то аэропорт, мне кажется. А, тут не хватает жителей. Тогда в Ореции. А, так тут у меня есть аэропорт. Так, ладно. Пока нигде не строим. Вообще мог вот это вырубить, да, и вот здесь аэропорт. Теперь два хода надо ждать. На Александра весь поток люксов валит. Да, слушайте, тут, конечно, меня карта решила немножко подвынести. Но получится у них это или нет, наверное, уже в следующей серии. Не забудьте, пожалуйста, прокомментировать происходящее у вас на экране. Что тут происходит вообще, конечно. Ну и лайк поставить. Уорсак Хас достроил. Это я молодец. Ой, ракета... И сорвали ракетостроение Вавилону. Класс. Но как оно пойдет дальше, кстати, до конца эпохи 11 ходов, я думаю, что я опять выйду в золотой век. Как оно пойдет дальше уже в следующей серии. На этом все. Играйте в умные игры. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.